как установить мелодию на звонок или SMS. Если вам надоела стандартная мелодия звонка, вы можете с легкостью поменять ее на свою. Изначально в вашем Android-устройстве предустановлено множество мелодий звонка, которые вы можете использовать в приложении «Настройки». Для создания персональной мелодии вы можете использовать диктофон, либо скачать заранее нужную музыку и установить ее на звонок, на входящее SMS-сообщение, на будильник, на уведомления, либо на отдельный список контактов. Итак, откроем настройки вашего телефона и перейдем в настройки звука. У меня эти настройки находятся в разделе «Персонализация», «Звук» и «Вибрация». В этом разделе мы можем настроить громкость рингтона, это входящий звонок, громкость будильника и громкость воспроизведения музыки, видео и игр. И вот что нас интересует, это мелодии и звуки уведомлений. Для того, чтобы сменить музыку на звонок, нажимаем рингтон, еще раз рингтон и выбираем среди стандартных мелодий музыку на звонок. Либо нажимаем опцию «Выбор мелодии на устройстве». Вы можете на диктофон записать нужную мелодию, либо выбрать аудио и выбрать любую композицию из закачанных в вашем телефоне. Также вы можете поставить, если вы используете несколько сим-карт на телефон, поставить мелодию звонка на каждую сим-карту, но я этого делать не буду. Таким же образом вы можете выбрать мелодию на входящее SMS-сообщение. Выбираем входящее SMS, еще раз входящее SMS и выбираем либо стандартную мелодию, либо идем в выбор мелодии. Можно использовать проводник, если вы заранее скачали, например, музыку на карту памяти. Выбираем папку Music и здесь уже выбираем нужную мелодию. Таким же образом выставляем на календарь любую мелодию и на входящее уведомление. У вас в телефоне эти функции могут немного различаться и называться, например, не звуки и вибрация, а мелодия звонка или мелодия звонка речевого вызова. Все очень просто. В этом видео я рассказал, как установить мелодию на звонок, на входящее SMS-сообщение, на уведомление и как поставить мелодию на будильник. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!